А знаешь, что за праздник 1 апреля? Да, это, ну, день дурака. Делают розыгрыши, ну, всякие там разыгрывают. Я читала в одном журнале, что можно там в этом журнале вырезать глаза, приклеить их на шпажки, ну, втыкнуть в колбасу, огурцы и помидоры. И мама, когда откроет холодильник, увидит глазатую колбасу, помидоры и огурцы. А тебя когда-нибудь кто-нибудь разыгрывал 1 апреля? Нет. Разыграйте меня, пожалуйста, 1 апреля. А ты любишь шутить? Да. А у тебя есть чувство юмора? Да. Что такое чувство юмора? Ну, когда понимают шутки. А у твоих родителей есть чувство юмора? Да. С 1 апреля.